Это памятник жертвам Голодомора в Харькове. Сегодня 18 августа 2018 год. Окружная города Харькова. Какой-то у меня сегодня прямо скорбный маршрут. Только что в километре отсюда снимал мемориал жертвам тоталитаризма. Польское кладбище, где похоронены, расстреляны в 40-м году пленные польские офицеры, военнослужащие. Плененные в 39-м году, когда Советский Союз напал на Польшу в сентябре. И вот всего в километре от этого места памятник жертвам Голодомора 33-го года, когда погибли миллионы людей в Украине безо всякой войны, безо всякой блокады Ленинграда. Советские власти умертвили, будем говорить, по злому умыслу или по вопиющей зловещей халатности, а скорее все-таки по умыслу, миллионы людей. Странно понимать, что это происходило не так давно. Моя бабушка жила в то время, дай бог здоровья дальнейшего. Это не наполеоновские войны, это происходило на памяти поколения, которое живо до сих пор.